Моя улица Гвардейская, зеленая, тихая, вот с такими брусчатыми домами. И сегодня на них обновили галерею спортивной славы, повесили портреты знаменитых димитровградских спортсменов. Да, неплохо было бы и домики обновить. Открывает галерею портрет Светланы Салуяновой, димитровградской боксерши, чемпионка мира. Да и награду у нее, посмотрите, сколько медалей. Следующая плеяда знаменитых наших димитровградских спортсменов по тайскому боксу. Дима Коненков, Лев Фурс, Калюгина Анастасия. Диму тренирует мой ученик Альфред Фаикович. Дима еще ученик, чемпион мира. Биатлон прославили наш димитровградский. Два спортсмена – Батманова Анна и Айдар Абдулин. Грэпплинг. Подающие надежды спортсмены – Алмакаев Ильяс, Сережа Ванкин. Девчонки-дзюдоистки Ромашина Ангелина и Антонова Виктория. Тоже еще ученицы школ, но уже подающие большие надежды. Пара бадминтон. Команда талантливых спортсменов. Ловчиха Наташа Николаева. Девочка с особенностями развития здоровья. Но медали привозит всегда, и не по одной, а по три и по четыре с любых соревнований. Наша команда футболистов. И самбисты. Сейчас я подойду поближе. Данил Борисов, Никита, Кирилл Шибаев. Не увидела на галерее спортсменов греко-римской борьбы мальчишек, хотя есть достойные ребята, лыжники тоже почему-то не попали, но надеюсь, в следующий раз я увижу и их портреты.